Я Елена Бронникова, и я являюсь бьюти-экспертом. Все свое детство и юность я провела в салонах красоты, потому что это наш семейный бизнес. Сегодня я расскажу вам про диодный лазер для удаления нежелательных волос. Первый этап зоны воздействия обрабатывается антисептиком, после этого наносится гель. Это не больно. Первое. В силу того, что я чувствительный человек, я не могу терпеть электроэпиляцию. Для меня гораздо комфортнее потратить полчаса своего времени на процедуру лазерной эпиляции, и при этом за полчаса обработается вся поверхность, которая мне нужна. Электро – это совсем другой вариант. При лазере вы удаляете волосы до 5 лет, при электро вы удаляете их на всю жизнь. Вот кому что подходит, исходя из их возможностей, исходя из их чувствительности и так далее. На отдельные участки я предпочитаю электро, на отдельные участки я предпочитаю лазер. При лазерной процедуре можно удалить практически все тело за одну процедуру. Более того, нет проблем с вросшими волосами, также отсутствуют раны на коже. И эта процедура комфортна для людей с повышенной чувствительностью. В среднем это 3 недели разбег между процедурами. Подготовки особой нет. Это все достаточно комфортная процедура абсолютно для всех. Делали процедуру, 2 недели на солнышко не выходить, в бане не ходить. Ну, это стандарт, ничего сложного там нет. На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность.